Саша Тихонов в прошлый раз произвел настоящий фурор. А вот Наоми Лэнд нужно немножко подтянуться. Они это сделают вместе. Такую песню выбрали ребята. Знаешь, под нее многие плакали. Ну, плакать мы не будем, мы будем болеть за нашу новую пару. Но я не могу промолчать. И думаю, вы поддержите меня, дорогие зрители. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Встречайте, Наоми Лэнд и Алексей Тихонов. Смотри, through his eyes, like раз, два, в этот раз музыку, которую подобрал нам Игорь Аршуляк и Александр Жулин, ну и мы вместе с ними, она такая домашняя деревенская история, которая может случиться в любой семье, в общем-то. Наоми пробует себя в качестве такой русской женщины, но... Вау! Русско-украинской, не знаю, как вот ей... Это тоже интересно посмотреть, как она в это играет. Мне очень нравится. Дождись акцента и потом закрывай дверь. Как мне сыграть русскую? Мне сказали, что в самом начале я ем семечки. И как оказывается, это очень по-украински. Затем мой костюм. И я должна быть очень жесткой, очень сильной женщиной. Так что, надеюсь, образ прочитается. Увидим. И ты должна будешь удержать мужчину. Да, я должна удержать мужчину в доме. Там, где он должен быть. Right. Так? Yeah.
Такая девушка, как Наоми Ланг, не потеряется. Ни в какой жизненной ситуации не потеряется. А уж лететь без нее действительно с одним крылом. Но те три поддержки, которые выполнила сегодня эта пара, это было просто фантастическое зрелище. Я таких никогда не видел. И я не знаю, поднималась ли когда-нибудь Наоми на такую высоту без помощи лифта, только с помощью рук партнера. Потрясающая сложность и чистота выполнения. Я не видел такого никогда ни в балете на льду, ни в выступлениях профессиональных фигуристов на крупнейших турнирах. И не случайно Алексей лидирует среди мужчин в наших соревнованиях. Наоми Ланг, Алексей Тихонов. Оценки за технику. 5-9, 6-0, 6-0, 5-9, 5-9. Средний балл 5,94. Оценки за артистизм. 5-6, 5-7, 5-0, 5-6, 6-0. Средний балл 5,58. Общий балл 11,52. Но мне показалось, что ребята справились огромное количество сложных поддержек. И, конечно же, Татьяна Анатольевна, 6-0 за технику я вижу, но все-таки не дожали во второй оценке. Почему 5-0? Ну, во-первых, тари-ра-рам, надо из-за такта начинать, тари-ра-ра-рам. Надо начинать из-за такта. Нельзя это пропускать. Это уже не танец. Это уже набор. И потом мне показалось, что это вообще-то, так я мягко скажу, пошловато. Пошловато? Да, пошловато. В начале программы, когда Алексей пытался уйти от своей жены, или в конце, когда она все-таки загнала его домой? Все вместе. Элементы выучены прекрасные, но под такую музыку, которая звучит в наших сердцах, под эти слова, или это может быть очень что-то неожиданное другое, или все-таки то, что, знаете, как в классической музыке нужно сыграть то, что задумал автор. Я думаю, что это неудачная работа. Больше не буду по этому поводу говорить. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Наташечка, судя по вашим оценкам, у вас все прозвучало в сердце. И не только музыкальная композиция, но и сам номер. Да, потому что я росла с этой песней, и она была так много на слуху, что я даже не представляла, как можно ее сделать по-другому. Ребята сделали по-другому. Мне было ужасно смешно. И мне очень радостно за Наоми, потому что это совсем не ее образ украинской девушки, но она очень хорошо это сделала. Я первый раз вижу Наоми в таком образе, гротесковом, народном, и ей это очень идет. Я поставила 5-9 за технику, Леш, тебе, потому что она парные элементы выучила благодаря тебе, но ты танцевальные элементы даже не пытался. Актерское мастерство фантастическое, но есть вещи, которые надо попробовать, какие-то переходы, возможно, с руками что-то надо было покрутить. А поддержки были классные, поздравляю. Ребят, 5-0. Такой оценки у нас еще не было. Разбомбила вас, Татьяна Анатольевна. Леша, что скажешь? Ну, получилось так, как получилось. Мы очень старались и очень пытались сыграть его, потому что Наоми совсем-совсем другая. Я не видел такой Наоми никогда в жизни. И она меня вот заводила на какие-то другие вещи. И я, ну, другой совсем, не такой, как в номере. Спасибо, Наоми. Наоми, я вижу, ты не очень расстроена. Нет, я получала огромное удовольствие. Мне было так весело, и кататься с Алексеем было просто феноменальным. Я имею в виду, кому удается делать высокие поддержки, когда ты занимаешься танцами на льду. Это было потрясающее время, и оценки не важны.